Привет, с вами рубрика «Времена года». И я, Филипп Макеев, участник молодежной театральной студии «Мы таланты Саратова». В этой рубрике мы вас будем знакомить с поэтами и их замечательными стихами. Знакомьтесь, Афанасий Фет. Кот поет, глаза прищуря. Кот поет, глаза прищуря. Мальчик дремлет на ковре, в дворе играет буря. Ветер свищет на дворе. Полоту тебе валяться, спрячь игрушки, доставай. Подойди ко мне прощаться, да и спать себе ступай. Мальчик стал окут глазами, поводил и все поет. В окнах снег валит кулаками, буря свищет у ворот. Всем пока, слушайте стихи с МТС.